have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, мы с вами продолжаем Гримрок. Но прежде чем мы продолжим, я вот тут ходил и увидел, видите, там камушек, собственно, висит. А он находится на той части карты, а туда нет никакой лестницы. И тут-то я вспомнил, что вот в этот телепорт мы не ходили. Но на самом деле, между этими двумя сериями, прошлой и нынешней, пропасть просто величиной с Техас, потому что у меня были некие неприятности с жестким диском, и фишка в том, что у меня некоторые игры записаны на SSD-шку, а некоторые игры установлены на жесткие, ну, такие, в которых не нужно высокий FPS, быстрая реакция, загрузка и всякое такое. И да, у меня накрылось все, весь прошлый сейв, вся прошлая игра, еще несколько других игр. Фишка с Кеной, Кена у меня установлена на SSD-шку, и она не пострадала, а Гримрок пришлось полностью заново восстанавливать и полностью заново проходить до этого чертового момента. Я прошел до той загадки в подземелье, которую я не мог решить. На самом деле, там нужно было еще и внимательность, и мы туда сейчас вернемся. Я сначала хочу, чтобы мы с вами... Вот видите, болото у нас полностью зачищено, так же, как и было. Ничего дополнительного я практически не делал. Единственное, что вот на болоте решил поделиться с вами вот этой вот инфой, и я сюда уже телепортировался, я думаю, ну я телепортнусь, заберу, но здесь кое-что происходит. О, вот этого я, кстати, не видел. Он и они более озабочены теми, кому дозволено войти внутрь, чем теми, кто останется снаружи. Вот это я еще, кстати, не читал, это интересно. Во-вторых, я такой думаю, сейчас я возьму камушек и свалю, а тут все немножечко не так, сейчас вы увидите почему. Тут все немножко сложнее. А, вот этого я не видел. Куда же нам лучше грибочек? Я немножко по-другому прокачал персонажа. Сейчас я вам после боя все покажу. А то, что сейчас будет бой, я думаю, вы уже догадались. Мы забираем камень и просто валим сюда в угол. Потому что 30 витязей прекрасных... Да, это все, короче, вылазит и идет сюда и окружает. Но сами по себе они несложные. Это челики практически с первой локации, и они довольно быстро сливаются. Но нельзя, чтобы они окружали. Потому что если они окружают, ну, вы понимаете, это задница. Так, по одному мы их сейчас быстренько перебьем. Я их не добивал. Я просто загрузился, я думаю, сюда я уже приду с вами, чтобы мы на все это посмотрели вместе. Вот. Вот в таком виде это просто дополнительная экспа. Я даже не хочу поджигать его еще раз. Вот, а вот тебя подожжем. Как ты промазал? Там еще, вон, видите, один бегает. Этих мы сейчас... А, это же не один. Этих мы сейчас убьем. Да хорош промахиваться, блин. Спасибо. В общем, так-то, в принципе, они норм. Но если... Ой, блин, не то. Извини, чувак, на. На. Опа. Че, промазал? Схавал? Раз, два, три. Так вот, пока мы их добиваем. На кладбище я пошел за вот этим мечом и решил немножечко пораскапывать могилки. Да, есть такая штука. Ну, я подумал, у меня есть лопата, у меня есть... И да, я нашел кнопку спать, это R, rest. Типа не... Ну, ну ладно. А сколько у вас тут? Ты последний остался? Давай мы тебя тоже поджарим немножечко. Барбекю из тебя. Ох, 92, хорош крит. Так вот, выкопал я оттуда один череп дополнительный. У меня теперь 4 черепа есть. Че они там тебе дают? Черты, охотник. Сила плюс 1 за каждый. Да, при том, что у меня уже 4 черепа, плюс 4 силы, силы 33. Поэтому переносимый вес у нас каждый раз поднимается, поднимается. И я в нем, в этом бычаре, храню абсолютно все, что мне нужно. С этими ребзями мы разобрались. Я хочу еще убедиться, что тут нет секретов, потому что я по этому острову толком не ходил. Я сюда просто пришел, понял, что сейчас вылезут и мне накостыляют, и загрузился, и потом думаю, все. К тому же, это
Странно, что в дупле ничего нет. Это последний, четвертый камушек. Мы сейчас пойдем в храм. Да, кстати, извиняюсь, что отвлекаюсь от темы. Сундуки. Вот просто мы сейчас находимся рядом с... А, вы здесь тоже? Вы везде понавылазили, типа? Не, я-то, в принципе, не против. Это лишняя экспа. На этот раз мимиком был вот этот вот сундук. Видите? Его здесь не обозначено. А вон тот, который внизу, который в прошлый раз на нас напал, и который в подземелье, они уже не были мимиками. Короче, мимикрия — это случайная фишка. Она незакономерная. Что интересно. Пожалуй. Я не знал, что так будет. Потом, ключ от телепорта в этот раз у нас был не в одном из мобов, на полу или что-то такое, он теперь был в мешочке. То есть тоже чуть-чуть что-то поменялось. Не особо сильно, но все же. Итак, мы с вами получаем еще один элемент. Раз уж мы здесь, мы просто его заберем. Мы будем сейчас проходить через храм и можем поставить его на место. Это у нас эссенция земли. Супер. В принципе, нам тут делать-то больше и нечего. Нет, ну как нечего? У нас до сих пор неразгаданная загадка в подземелье осталась. Там, где... Ну, к боссу я ходил, босса я убил. Того гриба. Ну, грибообразного босса. Оп, спасибо. Телепортнули меня. Тебя я видел, дружище. Так вот. Блин, я тут куча всего нового. Ну, не то чтобы куча всего нового, но я перескакиваю с темы на тему, извините, пожалуйста. В могилках оказался один лишний череп, и также оказались два зомбака. Зомбаки, причем сильнее, чем мумии, потому что я не мог даже одного ушатать. Мне приходилось выходить, отдыхать, ну, типа, переходить в другую локацию, отдыхать, и потом... возвращаться добивать. И таких зомби было два. Если их выкапываешь, в общем-то, ребята очень сильные. Держи, земля. Вы же одинаковые. Так, а я... Минуточку. А, это воздух. А это... Я правильно, неправильно ставил. Ладно, потом разберемся. Как четыре элемента. Все, прямся дальше в подземелье. С подземельем оказалась достаточно сложная и достаточно простая загадка. В прошлый раз я паука туда зафигарил абсолютно случайно. Потом я немножечко посидел, подумал, как это вообще, что получается. В общем, там нужно паука телепортировать, чтобы он оказался... А, мы там проходим, да, через мост. Чтобы он оказался на другом этаже, и там дать ему самому двигаться до нужного места, потом нажать на кнопку, чтобы он провалился на другую кнопку. А потом, когда он провалится на кнопку, помните, у нас была такая фишка, что... Да, кстати, вот эти штаны я так и не забрал. Не знаю, штаны, не штаны, что-то там лежит. Очень похоже на штаны, может быть и нет. Так вот. Тут я уже все убил. Сейчас, ребят, сейчас туда дойдем. Я вам все подробненько расскажу, объясню. Там загорался свет над дырочками. Я такой, ну, типа, а что за свет? А потом присмотрелся, и свет, он неравномерный. Свет... Нет. Это мне теперь все собирать. А, я сюда нож уронил, точно. И сюда нож уронил. Все, открывайся. А, проблема, потому что сейчас все обратно придется раскидывать. Но, по крайней мере, у нас уже все открыто. Хорошо. Нож. Нож. Свет выключился. А, это такое, так. Погоди, кстати, а штаны?
тебя есть штаны, у тебя перчаток нет. Я почти полностью собрал вот этот вот сет. Видите, тростниковый шлем, кераса, поножи и рукавицы. Ботинок я не нашел. Уж не знаю, может, я их пропустил, а может, реально нет. Если вы помните, пару серий назад у нас был секретик, ну не то чтобы секретик, была надпись, что все явное находится прямо под носом. Там, оказывается, все-таки, да, была кнопочка в стене. Ой, блин, а штаны-то можно было сюда одеть. Ладно, у меня чувак без штанов бегает. Ну и как бы... пофиг. Его не так сильно вроде бьют. Так вот, нажимаешь кнопочку, исчезает портал. За порталом открывается дверка. И за этой дверкой... секунду. За этой дверкой появляется тайничок, куда заходишь и берешь вот эту вот черную броньку. Если я правильно помню, это вот она была на ловкость. Также из персонажей я прокачал на стрелковое оружие, чтобы он все-таки стал бойцовской единицей, потому что то, что он, я там кидался камушками, все было бесполезно. Где-то, кстати, просрал один дротик, так его и не нашел. Ну, то есть было 6, я ими стреляю, и один я где-то потерял. Качнул точность на трешечку, и, наверное, вот я... до 4 уровня стрелковой ему прокачаю, буду дальше качать алхимию. То есть он у меня до сих пор маленькие баночки делает. И это огнестрельное я ему не качал дальше. Посмотрим. Ружье я нашел, но... так. Тень у меня на 4 броне, чтобы тяжело могла носить. 2 точности, 2 легкого оружия, чтобы мы могли поднять... вот это, наверное, я дальше буду качать, опять же, легкое оружие. Посмотрим. Вот этот другалек у нас. Мулрег. Да, опять же, броня 4 и тяжелое оружие 1 я закачал, потому что я хотел с тем молоточком походить. В любом случае, буду с тяжелым бегать. Ну и точность 1 вкинул. Хорошо. Маг. Магию земли я вообще не качал. Концентрацию на трешечку. Магия огня на 5. Он сейчас магия огня просто чудовищно жарит. Следующий, наверное, будет 1 в воздух кину, потому что для того, чтобы метать фаерболы, нам нужна магия воздуха. Короче, тут я все сделал. Загорается... когда паук попадает в нужное место, загорается вот эта шахта и вот эта шахта. Если паук находится на кнопке и в эти 3 шахты тоже бросить что-то, то открывается вот эта дверь. Фух. Вот теперь мы идем дальше. Вот, ребят, новый контент пошел. Здесь мы еще не были. Поэтому отсюда пойдем потихонечку. А, моментальный перегруз. Черт, есть такая штука. Я просто вытащу этот факел, положу здесь. У меня вроде как с собой факелов хватает на всякие мои тайные и не очень тайные нужды. Кнопочек тут нигде нету. Вот сейчас может быть все что угодно. О, кнопочка. Ха-ха! Вот этого и... а, серьезно? Вот эта штука на входе. А это реально штаны оказались. Хорошо. Поскольку она у нас ходит в сете, я этот сет пока нарушать не хочу. А полный шлем, стальные ножные поножи... так. Но у нас есть тяжелая броня, по сути. Я буду, наверное, Мулрейка сейчас тяжелую броню накидывать. Ему, в принципе, повес. А вот тебе и штаны пришли. На тебе штанцы. Да, у тебя будет минус 5 этого уклонения, потому что не носим легкую... он не умеет носить легкую броню, но... камушки может у тебя забрать. У него легкий перевес. Надо камушки забрать и может... сколько эти штаны весят? 5 кило! Кило, Карл, это очень много. Может, кстати, бомбы огненные отдадим магу. Пока что вот так сделаем. А ты у нас у тебя тоже надо от чего-то избавляться. Так, еда, еда. Молоток вот этот вот выложу, он мне больше не понадобится, надеюсь.
На второй руке у него тут находится кирка, лопата. Я также пользуюсь веревкой. Так что, ладно, посмотрим. Окей. Вот этот секрет у нас и открылся. Я же говорю, дальше новая территория. И надо продвигаться очень осторожно. Если что, вот эта кнопка, ребят. Вот где она находится. Звездец. Эта игра приучила меня. В общем-то, я говорю, что... Парочку новых секретов я все-таки нашел. Пока лазил, поэтому... Ох. Ого! А зачем я тут? Факел там горит. А я практически уверен, что он там не должен гореть. Хорошо, забьем. Давайте мы можем вниз спуститься. Где у нас там лестница была? Вот тут. Надо общупывать стены. Не может быть столько всего без кнопки. Я же говорю, из врагов пока что, наверное, вот грибной босс, он был все еще сложный для меня, несмотря на то, что я уже, в принципе, знал, что делать и прокачался. И также вот восставшие на кладбище, они очень жесткие ребята. На полу хлеб, если что. Я такой внимательный, блин, хожу, просто пропускаю. Восставшие на кладбище, они очень жесткие ребята. Не может быть это все только из-за хлеба. А, бомбы огненные. 9. Красиво. И из-за хлеба и бомбы это тоже не может быть. Хорошо. На внутренней стенке. Фишка в том, что всегда, когда записываешь, то, ну, все-таки стараешься сделать все немножечко, что ли, ну, побыстрее. Ну, не то, что побыстрее, но внимательность все-таки очень сильно теряется. Потому что, во-первых, нужно разговаривать, а то будет неинтересно. Как бы, ездишь куча игр без комментов, и, пожалуйста. Вот, но все же. Меня все-таки смущает вот этот вот местечко. Ладно, раз на то пошло, меня тут смущает очень много чего. И зачем нам наверх, и зачем тут факел, и зачем много... То есть это все не просто так, тут просто так не бывает, в принципе. Так, там что-то летает. О, я тебя понял. Ладно, они тряпочные. Хотя страшно. Очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Ладно. Как бы нам не упасть-то случайно вот так вот, шарясь по стеночкам. Я бы сказал, что это очень застенчивое прохождение. За стенки держимся постоянно, знаете. А, кто смотрел Теда, если что, там, помните, была такая штука... Отведи меня домой. И такие потом по стенке идут. А, мне страшно, отведи меня домой. Ладно, это очень похоже. Так, у нас во вторую сторону есть. У нас есть вниз. Факел. Я его сниму, здесь положу. О, рыба. Ясь. Начало. Опа. Возобновить надо заклинаницу. Мы, по сути, можем пойти дальше. Я думаю, что... Да, мы к кристаллу выйдем, только с другой стороны.
Заклинание чего? Зов ночи. Гасить естественный маги... Вот это, кстати, интересно. То есть, вот так, да? А это понадобится, кстати. Помните, в первой части у нас как минимум один раз это нужно было. О! А, это я знаю, куда ведет. Это нас ведет к секреточке маленькой. Но мы там были с вами уже в прошлый даже раз, поэтому я не буду распыляться на то, чтобы туда сейчас пойти. Так, здесь. Здесь золотой ключик, и там что-то есть. Погодите, это интересно. У меня... Сколько у меня вообще... У меня как раз один золотой ключик и остался. Давайте чекнем, что там. Интересно же. Итак. Фух. Топор. Насколько он хорош. Это тяжелое? Тяжелое. 14.43. Я с киркой хожу, я молодец. 10.30. Ну, блин, на самом деле хорош. Но он требует тяжелое оружие 3. Чего мне и близко нету. Так что погодите. Пока что я его брать не буду. Ну, у меня даже второго тяжелого оружия нет. Конечно, мне это понадобится. Оно находится рядом с кристаллом. Давайте просто запомним это. Теперь я хочу сходить обратно. Сверхчувствительность. Если нажимаешь, он такой... За стеночкой что-то шарится, между прочим. Прям близко. А если за стеночкой что-то шарится, это хороший шанс на то, что тут все-таки где-то есть кнопочка и секреточка. Я этого прям не вижу. Хорошо. Давайте сходим. Так, вытащи оружку на изготовку. Вот в этот... А, может оно тут. Ой, блин, я вас помню! Ой, не надо! Это очень крепкие ребята. Блин, оно меня еще и калечит, а? Ну ты прикинь. Убил. Кристалл там. Побежали. Привет, другалек. Не ожидал? Блин, оно очень крепкое. А почему 3? Вот 4. А, 5 где-то вон там, да? А, все, нормально. Это очень жесткие ребята. Ну его нафиг. Я их вспомнил. Меня прям очень бесили они в первой части. Как я по звуку не догадался, что это они, но это уже другое дело. А, ну да, собственно, что это я акаю. Угу. Там еще один. Кнопка. О, там еще один ядовитый браслет. Я не знаю, а вдруг бы меня там внутри заперло или что-то такое. Дикарское копье. Легкое двуручное. Бросок. Особая атака. Расход энергии 10. Быстрое метание предмета во врага. Удерживайте кнопку атаки. А, ну, давайте я его на вторую руку поставлю. Ну, не знаю. Меч это, кстати, с собой таскаю. Опять же, может, он мне уже и не нужен. Так, и браслет был на плюс 50 пользона, да. Так, вот у нас такой
А, у меня их два получается. Понял. Тогда вместо вот этого одену. Блин, тут бумаг целый ворох. Еда, еда. Вот этот мушкет можно вытащить. И... черт. Письма сюда поскладывать. Надо потом будет рассортировать, что нужно, что не нужно. Там где-то была карта, между прочим, где копать. Мостик. Надо будет разобраться, где это. Я не знаю. Посмотрим. Пока что бумагу сюда поскладываю. Я еще ничего вроде не выбрасывал из этого. На ножик не хватает легкого оружия 3. То есть скоро уже следующее... Хорошо. Хочу ли я пос... А вас тут сколько? Раз, два. Да фига. А там что? Щит. Оу, щит. У чувака бах, сразу перегруз такой. Уклонение 6, уклонение 2. Это я пока так вот сделаю. А, так. Ай, блин, у всех совсем перегруз. О, маг. Маг еще может таскать и таскать. Он красавчик. 3 сюрикена. Сюрикена, кстати, у нас уже 5, но я метательное сейчас не качаю. Качаю стрелковое. Да, кстати, в тайничке с 4 нычками я не взял лук. И не взял стрелы. Возможно, я туда вернусь чуть попозже. Пока что ограничился тем, что у меня есть трубка. И на лук вроде как мне не хватало то ли статов, то ли что-то такое. В общем, я там открыл только 2 нычки. Если что, можно будет потом туда прийти. Итак. Хочу ли я выпускать этих ребят? Нет, конечно. Куда мне потом от них бежать? Давайте продумаем план наступления. Мне нужно будет как минимум заныкаться... Меня знаете, что волнует? Погодите, я хочу кое-что проверить. Перед тем, как я буду вот этих ребят выпускать. Погодите, где это было? Разве не здесь? Видимо, нет. А, вот здесь. Как я сейчас запутался? А, здесь. Все, минутку, ребят. Я внутри этой нычки, где я подобрал копье и браслет, тут есть кнопка. Я думаю, что если я приду сюда... Смотрите, что можно сделать. Так. Я могу тут от них прятаться. То есть эта штука будет закрываться, они мне ничего не сделают. Я смогу тут спать, отдыхать, пока они там, ну, грубо говоря, дохнут. Видите, он уже здесь. Я могу его поджечь, хотел я сказать. Ага, пока дверь открывается и пока дверь закрывается, дэмэдж не проходит. Я понял, спим. Посмотрим сейчас, насколько это хорошая идея. Ну, та вроде норм. Их там 2 или сколько? Закрывайся. Он там подгорает потихонечку, а я могу лечиться. Я выдерживаю сколько? Примерно 2-3 удара от него. Ну, то есть просто таким образом я могу бить их и потихонечку хилиться, чтобы не убегать. А их 2. Я считаю норм страта. Ай,
один урона. Сейчас могу еще раз открыть. Да, это, наверное, нудно, если уж на то пошло. Но это, ну, относительно безопасно. Фига себе, он два раза. Два раза успевает. Наверное, тут, если бы я прокачал... Ой, блин. Если бы я прокачал бы яд, мне здесь было бы проще, потому что... так, надо эти языки жрать. Тяжелые. И ты у нас вот это скушай. Хорошо, нормально. Оп. Ждем. Я бы, наверное, мог бы его закинуть на яд и сидеть бы ждать, но... Ладно. Минус один. Давайте подождем. Где второй? О, он далеко ушел. Ну хорошо, этого придется бить, ну... Черт. На тебе колбаски. Моментально покалечу. За них дают, конечно, неплохо. Нам 5 кристаллов. Ну, хорошо. Не самое худшее. Их было 2, надо сейчас пойти посмотреть, что у них там. Ну, как бы, если они просто против двух, у меня вообще шансов не было бы. Мне пришлось бы как-то вот чудовищно мансить от этого всего. Но вот так вот по одному их схавать вполне возможно. И там все равно что-то шуршит еще за стенкой. То есть, возможно, их там даже не два было. Вот это... Тут вам не здесь, конечно. Итак, стрелы. Кул. Стрелы, кул. 5. Возможно, мне все-таки придется сходить за луком. Так, пульки я возьму. В общем, стрелковой надо будет вкачивать. Это стопудово. А вот что дальше делать... Ну, алхимию я ему тоже буду вкачивать. Это, пожалуй, персонаж, который требует, ну, больше всего, что ли. Потому что ему и меткость нужна, и алхимия, и он, ну, он как бы, персонаж второго ряда. Поэтому ему нужно, как бы, вроде как больше, что ли. Не знаю. Я это все делал ради экспы и стрел, что ли? Ну, не знаю, немножко сомнительное удовольствие. Хорошо, поехали дальше. Я не против. Сколько? По 450 экспы за них дали. То есть почти, ну, 900, почти штуку с двух сняли. Красиво. Теперь можем пойти сюда и сюда. Факелы буду снимать на всякий случай. Я не люблю большие открытые помещения. У меня на них аллергия. Идите нафиг. А... Я сначала схожу в другое место. И все? Грибочек? Хм. А кнопочек нету?
Грибочек есть, а дальше? Там за стеной, мне кажется, это портал, да? Звук портала. Так, погодите. Черт с вами, поехали. За мной дверь не закрылась. Что уже хорошо. Так, тут замочная скважина. Тут можно потянуть. Стормбриджские прибрежья. Это выход, который завален. В Стормбриджские прибрежья. Ясно, понятно. Выглядит как череп, но, честно, больше выглядит как шлем какой-то. Рычаг внутри, это понятно. А, тут тоже ключик. А, погоди, ключика 2 должно быть, значит. Не спрашивайте, почему я решил сначала сюда идти. Лесенка. Ясно, понятно. Про этого дружка я и забыл. Что не существует в этой стене. Черт! А вот теперь я в заднице. Но он его тоже убивает, конечно, но мага уже убил. И все, надо загружаться, ясно. Хорошо. Я думаю, нам нужно воспользоваться тем, что у нас тут есть рычаг. Просто уходим отсюда. Так-то да, элементаль летать умеет, если что. Может, я тебя подожгу? Да, он горит нормально. Не попал, другалек. Оп. Ах ты! Слизи кусок. Ну, по крайней мере, ладно, так нам со спины не зайдет. Блин, заболел. Их очень долго бить, это я помню. А, я могу... А чё не могу, собственно? Я могу сходить вылечиться. Это вроде как не проблема. Да, отлично. Теперь мне нужно найти заклинание огненного шара. Где оно у нас там было? Это у нас тьма, да? Тьма. Это... А, вот огненный шар, фига себе. Тык-тык-тык. Вот его тоже надо вытащить. Потому что я сейчас... Что оно требует еще раз? Чтобы я не прозевал. Магия огня 3, магия воздуха 1. Навыки. Магия воздуха 1. Супер. Теперь мы можем сделать вот такую фигню. Стоить оно будет, конечно, чудовищно, но все же. Теперь мы можем стрелять магом, а не просто бить. Ха-ха! Валим. Валим. Такая перестрелка. Ну просто реально. Он сейчас... И все. И все. Красиво. Вот мы сейчас, по-моему, чисто за счет этого и выехали. Навыки. Наконец-то. Легкое оружие 3. Принять. Да, теперь мы можем, во-первых, таскать вот этот кинжал.
А во-вторых, мы можем биться двумя руками. Это нам уменьшает урон, да? Но мы там вроде как подсчитывали. Оно того как бы вроде как стоит. Не знаю, походим, попробуем. Мало ли. Так, хорошо, с этими двумя ребятами мы справились. Уже хорошо. Буду ли я носить, наверное, на изготовке фаербол? А черт его, почему бы и нет? У нас два коридора открылось. В одном пули. Пули. Да, вот еще одна фишка, почему я все-таки больше склонился к стрелковому оружию или же там какому-то другому, а не огнестрельному. Потому что пули и дротики потом... Ой, эти стрелы и дротики потом можно подбирать. А пули уходят безвозвратно. И рискую в конце игры остаться просто без боезапаса. И это будет обидно, когда ты вкачиваешься в какой-то навык, которым ты потом не можешь пользоваться. Сгори. Урон, кстати, мог бы, наверное, быть и побольше, мне кажется. А ты че не поджигаешься? Я забываю, надо эти два прокликивать. Так, 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 так. Давайте без болезни только. Оп, оп, оп! Спасибо. А тут был факел? Погодите. Надо бумагу отдохнуть. Все-таки он у нас основная ударная сила на данный момент. Блин. А туда как? Мне туда надо. Мне везде надо, раз уж на то пошло. Хождение блуждания. Так, мостик у нас тут, а? Мостик. Хорошо, учтем. А вот и залез туда. Вот сюда вот. Че, хожу неподготовленный. Пойду за ногу. А если я так? Больно. Я тут могу балансировать. Блин, они все отхватывают. 17. Уходим. Обычный. Вот как я сюда попадаю, я понял. Зря, кстати, спрыгнул. Залезть. Мы тут еще не все исследовали. Я могу тут поспать, чтобы безопасно? Те элементальки на самом деле довольно жесткие ребята. Так, это... А, тут мне в принципе больше делать... А у него там что-то есть, погодите. Кнопочка может быть в стеночке какая-нибудь. Но мне надо туда как-то попасть. А если я туда кину... Кого я туда могу кинуть? Что я туда могу кинуть? Ну, камень, наверное, да? Нет. Там ничего нет. Камни у меня, если что, потом сверху... ну, вне данжа разбросаны. Я же там убивал этих каменных монстров. Если что, у меня хватает. Ладно. Ну, тут вы, конечно, да, запутали. Ничего не скажешь. Оно будет харкаться сейчас через решетку. Знаем такое. Тут зелень через стену просвечивает, видите?
музыка просто звездец гнетущая. Вот тут вот, видите, смотрите, аура. Сейчас. Вот. Гляньте, он прямо за этой стенкой. Тут бы какую-то кнопочку получается в стене найти. Ну, потому что он явно там внутри. Это или секретка, или ловушка. На самом деле, кто знает. Или секретка, или ловушка. То есть оно может открыться, допустим, при определенном триггере. Тут точно ничего? Точно. Блин, глаза вытекут, пока ищешь. Хорошо, подождите. Сюда можно вниз. Сыр. Просто сыр? То есть... Я тут чеканусь нафиг, ладно. Будем знать, что там у нас дверь. Я хочу вот сюда вот еще сходить. Вот в этот кусочек. Блин, вы же мою мышку не видите. Крыску. Вот сюда вот хочу слазить, потому что... Зачем оно здесь? Просто проход. Там портал за стенкой. И судя тому, как он находится за стенкой, тут его слышно, за стенкой там его слышно, то это какая-то, опять же, или секретка, или выход через этот портал куда-то. Хм. Хорошо. А что там? О, тут как минимум рыба, которую я заберу. Вот здесь есть проход. Да. Чё? Вот ты, блин, этой амебы кусок. Сгори там. 14. Да, чтоб тебя! Да ну блин, он от этого не загорается, погоди. Я все равно отхватываю, он какой-то... Не загорелся. Больше, по-моему, набаловался, чем... А вот это что-то интересное. Драгоценное колье. Сила воли. Погодите, сила воли, это же магу, да? Статус. Определяем максимальное количество очковой энергии и скорости. Да, это магу. Держи, дружище, будешь красивым, еще и восстанавливаться будешь хорошо. У кого была эта бутылка? У тебя. Так, у нас тут это зелень поразрасталась. Я пришел к какому-то выводу определенному, что, наверное, зелень просто размножается в инвентаре, потому что когда ты берешь, она стакается. И я не знаю, как иначе это объяснить. Так, поесть бы, наверное. На тебе рыбку. На тебе рыбку. Тебе сыр. Надо было сыр мыши отдать. Ну ладно. И тебе нормально. Давайте отдохнем. Ну что ж, мы с вами пришли к определенному... Ну нет, ну не тупику. Но ни одного ключа мы тут, кстати, не нашли за все это время. Что интересно. Нашли парочку мест, которые типа секретные. Ну не то чтобы секретные.
Так, как выйти из этой дыры? Чеканешься, пока дойдешь. Давайте тогда проверим еще и другую сторону. Так, сюда я не могу попасть. Сюда могу попасть. Давайте сходим. Тут тоже прям все непросто. А, вот и кнопочка. Хотел сказать, ну я, наверное, буду сейчас искать кнопочку, но кнопочка нашлась. Спасибо. Довольно быстро. Потому что там вроде как больше некуда было идти, да. Место было абсолютно заперто. Выглядит зловеще. И лестница вниз причем. А, здесь ничего, сюда просто упасть можно. Лестница вверх и лестница вниз. Там сундук. Но как туда пройти, кто его знает. Прикольно. А темнота мне тут не поможет? Вроде нет. Темнота, друг молодежи. В темноте не видно рожи. Так. Хоу-хоу-хоу, Рошо. Давайте попутешествуем здесь. Какие ледяные... Да, и с ледяными бомбами сразу перегруз. Красава. Так, опа, полкило. На тебе прощу, потаскай пока что. Хлебушек тоже правильно. Бомбами я пока что вообще не пользовался. Просто коплю их. Я уверен, что потом найдется, куда их покидать. В прошлый раз были и тролли. Были железные големы, было, блин, просто все, что хочешь. Поэтому я уверен, что бомбам найдется применение достойное. Вот там выглядит как арена, если что. Погодите. Рычажок такой по центру подоз... Тут нигде нету. Вроде нет. Ну ладно. Портал. Понял! Они ко мне с порталов будут идти. Не забывай драться второй рукой. Я в чувака щитом кинул. Черт. Свалили обратно в портал. Свали в портал. Ну, твари! Твари, конечно. Черт. Это надо переигрывать. Это надо переигрывать. А что если я к ним в портал пойду?
Надо их быстро мочить. Блин, выпей. Ну так я могу, конечно, танчить их лицом, но... По крайней мере, на меня со спины не будут нападать. Нормально. Я думаю, это выход. Фух. Р. Да, норм. Да, чтоб тебе не то заклинание использовал. Сдохни. Три. Где еще? 4, 5. Нормально. Хорошо, там ключик. А сюда мне как попасть? А, это вот оно и есть, да? Так, а тут кнопки никакой не наблюдается. Хорошо. Заберите свои шмотки. Никому не нужные. Окей, включился портал и открылся нам ключ. Ключик мы забираем. Естественно. Тут портал у нас куда? Кстати, вторая часть-то у нас осталась неисследованной. А мне туда... А, может, кстати, портал туда и ведет? Ну-ка. Оттуда будет уже выход. Да, что я заморачиваюсь-то? А здесь можно спуститься. Погодите, спуститься-то везде можно. Ну-ка. Ёпперсете. Из огня-то в полымя, да? Не отрави меня, пожалуйста, не хочу травиться. Сдохни. Блин, отравила. Хорошо, Р. Проголодался у нас бедняжка. Опа, надо поесть. Два уровня у нас висит. Я бы, кстати, наверное, мог бы лекарство сделать. Так. Оп-оп-оп. Ха! Неплохо получается. А он по мне тоже стреляет. Ты чё? Тут вообще только я стреляю. Блин. Не, ну на самом деле немного-то урон наносит. Я могу его потихонечку так снять. Потом отдохнуть, потом снять второго.
Там лестница есть на ту сторону или нет, я не пойму. Минус. Так, ждем. Знаете что? Погодите минуту. Делается при втором уровне алхимии. Как только я прокачал второй уровень алхимии, Минотавр выздоровел. Но я, по крайней мере, сделал ему противоядие. Хорошо, хорошо, ждем. Это было максимально сейчас, ну, как бы... Иди сюда, другалек. Ну, чё ты ко мне не подходишь? Чё ты стеснительный такой, на. 90, неплохо. А, ты отошел, ну ты чё? Иди сюда. 57. Жалко, эта штука не поджигает. То есть, фаерболы просто наносят урон, но при этом не поджигают цель. Я сейчас такой фигней маюсь, да? То есть, вот это вот расстреливание из фаерболов. У него мало хпшки, и он решил, что ему это не надо. Да. Так, метательная трубочка. Пожалуйста, сюда. Блин. Хотел прокачать стрелковое оружие, в конце концов прокачал алхимию. Не, алхимия мне, конечно, тоже пригодится, я же не спорю. Просто хотел одно, получилось другое. Ребятушки, давайте тогда, чтобы сильно не затягивать, у нас так немножечко серия вышла за рамки. Сохранимся сейчас тут и продолжим уже в следующей серии. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек, всем покеда.